В этом году, а именно 1 декабря, 15-летие со дня образования отметит партия «Единая Россия». Эту дату было решено обозначить приемами граждан с участием депутатов Госдумы и сенаторов. В преддверии 15-й годовщины со дня образования «Единой России» депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Адыгея Мурат Хасанов начал свой прием с родного Кашхабльского района. В этот день на прием к депутату Госдумы пришли 8 человек. В основном вопросы касались сферы социального обеспечения и развития физической культуры и спорта. Мы обращаемся к вам от имени, и от себя, и от имени общественности Кашхабльского района в плане того, что с просьбой рассмотрения возможности построить стадион с искусственным покрытием, если можно, в Уле Кашхабль. У нас футбол является приоритетным видом спорта в районе. Если вы знаете наши показатели, 7-кратный чемпион Адыгеи, взрослые ребята, малыши наши везде призерами становятся, на ЮФО и Тхамчхучай, в России занимали первые места. Просто если есть возможность... Я вам гарантирую, что точку поставим, что искусственное покрытие, я думаю, будет у вас. К Мурату Руслановичу обратилась многодетная мать с просьбой обеспечить дочь дорогостоящей ортопедической обувью и корсетом в связи с имеющимися у нее медицинскими показаниями. Я хотела вас попросить, у меня дочка с 3 месяцев болеет дисплазией с бедренным суставом. Мы пошли в школу, у нее обнаружили с ножками и со спиной проблемы. Ей нужен корсет, обувь, постоянно ортопедическая, матрас и подушечка. Если помочь, я думаю, что этот вопрос будет рассматривать. И не дали пообщаюсь? Нам дали на бесплатное, но сказали, будут с 2017 давать бесплатно. Но ей сказали, надо быстрее, чтобы дальше не пошло. Ну, я постараюсь помочь, я с министром поговорю, и мы этот вопрос ускорим. Угу. Я думаю, что это возможно, и я думаю, этот вопрос мы закроем. А может, в числе записавшихся на прием были представители аула Игирухай в лице Абдулла Хаишева. В завершении мы побеседовали с Муратом Хасановым о целях и эффективности подобных приемов. Сегодня, вот вы сами видели, люди обращаются по тем проблемам, которые сегодня, так сказать, актуальны. То есть это и по отоплению, это там и по свету, которые необходимы сегодня. И я думаю, что эти вопросы тоже снимутся. Но я думаю, что если бы даже обращения не ко мне были, и к главе, эти вопросы, наверное, потихоньку бы решались бы. Таких вопросов сегодня, я бы сказал, самый такой сложный вопрос был по этому ребенку. Вы сами видели, что тут сроки обозначены оказания помощи. Все вопросы, они своеобразны. По мере возможностей и все, что в наших силах, работы с администрацией, с руководством, я думаю, что эти вопросы можно решать. На вопрос, насколько необходимы эти приемы, Мурат Русланович отвечает. Это дает то, что сегодня люди могут обратиться, доступность к депутату. По словам депутата Госдумы, подобные приемы будут проводиться в других районах республики. Все обозначенные вопросы и обращения депутат взял под особый контроль до их полного разрешения.